Горячая пора защиты дипломных работ в разгаре. Ивановское художественное училище имени Малютина – не исключение. Дипломы защищают студенты по специальностям – дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, а также живопись. Диана Юрицкая внимание Государственной экзаменационной комиссии представила автопортреты, над которыми работала при помощи зеркал. Изобразить себя – это очень сложно и технически, и психологически. Познать себя такой, какая есть. Почему автопортрет? Ну, мне интересна эта тема, мне близка. Портреты, автопортреты, мне нравится эта тема, познавать людей, их характер, психологию. Председатель экзаменационной комиссии в этом году ректор Московской государственной академии акварели и изящных искусств, народный художник России Сергей Андрияко. Он уже не первый раз приезжает в Иваново оценивать качество работ. И оттого студентам вдвойне волнительно защищать свои дипломы. Работы Дианы Сергею Николаевичу понравились. Чувствуется, что художник стремиться к тому, чтобы все-таки написать картину. Это не этюд, не какую-то, ну, такую, как бы, наполовину такую работу-поиск еще. Непонятно еще, что будет. А это, в общем, попытка написания картины. Это, в общем, похвально. Оценка творческих работ всегда субъективна, и в этом заключается большая сложность для экзаменационной комиссии. Поэтому в ее состав всегда входят специалисты высшей категории. Работа оценивается по определенным критериям академической школы, которая сложилась столетиями и берет свое начало, естественно, с античных времен. Поэтому темы для дипломов уже который год связаны с античностью. Несмотря на явную отсылку в творческих работах к эпохе Древней Греции и Древнего Рима, работы вполне современные. И, по словам Сергея Андрияки, в этом году дипломы представлены на более высоком уровне. Любовь Очерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.